очень интересно. То есть я действительно хорошо представила лес. Я почувствовала зверя, как только ты сказала, что нужно его почувствовать. Это приблизительно была такая же кошка, только другого раскраса. Это был гепард. Вот. У меня было внутреннее волнение. И как только ты сказала, что это ваш инстинкт, автоматически у меня стало тихо, и я увидела, как оно уменьшается. Уменьшается до уровня котенка. И когда я с ним взаимодействовала и благодарила за то, что он мне помогает по жизни, автоматически, я не знаю, как так трансформировалось, у меня просто появились крылья. О! То есть это человек, у меня такой человек. Нет, сразу вовне, а не внутри. И вы можете из них сделать что-то прекрасное. Вот и все. Ваша внутренняя реальность не более тугука. Вы вправе ее сделать очень классной, хорошей или страшной. Да, да. Ирочка, да?